Привет, дяденьки и тетеньки. Сегодня у меня разведка речки Межа. 200 километров от дома. Время 7:00. Сейчас соберем спиннинг, оденем сапоги и попробуем кого-нибудь поймать. Сейчас вот приехал, постоял, покурил на берегу. Но активности, в принципе, не видно никакой. Это не важно. Вдруг кто-то обживел. Вода так уже поднята примерно на метр с копейками. Но это не страшно. Сейчас время жереха, по идее. Голавлику еще рановато, так как и травка еще из воды расти не начала. Майские жуки не летают. Одного, правда, видел, около дома на асфальте валялся. Ну, это так. Какой-то прошлогодний, наверное. Попробуем. А вдруг? А что? Всякое бывает. Вдруг повезет. Погнали. Вот так вот выглядит наша речка сейчас. Перекат еще не оголился. Островов не видно. Водичка приподнятая. Признаков жизни нет. Ладно, поползли. Взял сегодня ориончика до 14 грамм, 2,80 длиной. Ну, как бы на жереха. Начнем с юзурика 44-го. Блин, лип-грип в машине забыл. Надо было взять. Мало ли, вдруг рыбу поймаем. Кто знает. Попробуем тейлика. Юзурика никто не ест. Холодно, блин, стою, дрожу. Руки даже мерзнут. Заморозок с утра. Тишина полная. Может, сейчас на вечер надо приезжать. Но я на вечер не могу. Травка. Хорошо. Значит, уже не глубоко. Что-то тут никого нет. Пойдем туда погуляем вдаль. Надо смотреть, чтобы где-то кто-то хоть раз плеснулся. Проявился. А так вообще никого не видно. Какие тут места. Просто офигенные. Ну, хоть бы одна падла плеснулась. Не хочет. Попробуем пилькера маленького покидать. Тут вот такой затишок. Попробуем хоть раз резиночку провести. Но ловить на джиг здесь гиблое дело. Так как на дне бревна и камни. Вряд ли даже одна проводка получится. Попробуем. Глубина 1,3 метра.
или 4. Смотрите-ка, пол проводки сделали. Ладно, еще покидаем тогда. Вроде как ничего места. Все, на втором забросе оторвал. Джиг тут вообще не катит. Не та речка. Не хотят гады клевать. Пойдем дальше. Я уже и тейлика покидал. Пофиг. Летом тут не походишь. Да какой летом? Через месяц тут не походишь. Вот здесь вот весь берег будет крапива выше головы. Это вот в половодье вот это вот все заливает. Песочка наносит. Сейчас вот хорошо ходить. Все, недели через 2-3 тут крапива будет. Все, в мой рост. Фиг пролезешь. Чтобы пройти 300 метров, надо час. И подохнешь, пока долезешь. Ладно, походим еще. Может, часам к 12 кто-нибудь проявится. Может, не проявится. Места тут клевые. Ну, плеснись хоть одна сволочь. Не плещется. Ну что, веселый Шнурсон съел тейлика. Куда это ты собрался? Иди сюда. Ни головли, ни жерехи клевать не хотят. Хотя бы шнура поймали. А знаете почему? Потому что я закурил. Думаю, покурю. А когда я курю, у меня клюет. Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы тебя отцепим и отпустим. Не толстый, не жирный. Ну такой граммиков 800 Шнурсон-то. Хе-хе. Ладно, буду отцеплять. Ну что, вали. Спасибо, что клюнул. Хе-хе. Не торопится. Клюнуло вот на такой вот маленький тейлик. Сколько он весит? Где тут написано? Фиг его знает, сколько. 9 грамм вроде, или сколько он там весит. Это мне еще кажется, белорусские друзья с Fishing Today как-то присылали, подарили. Саня, Макс, кажется, ваш. Хе-хе-хе. Какое, ребята, место. Если тут никто не клюнет, я тогда не знаю. Вон там несколько струй, сбоев. Затяжков. Ну и не глубоко, видимо. Сейчас мы тут потремся. С самого начала начнем. Отсюда вот. Да неужели тут никого нет? Уже забросов 5 сделал. Туда вон джиг надо в обраточку кинуть. Щучка может быть. Или еще кто. Сейчас кинем. А вот на струе и на перекате кинчат никого.
Голавлик еще на перекаты не вышел, видимо. Да и жереха не слышно, не видно. Ладно, сейчас что-нибудь другое кинем. Кинем сейчас вон туда, вон, в обраточку, в затишок рачка. Оторвем, конечно, 99%. А вдруг нет? Ну да, кинул, куда хотел. Крутит там. Что-то там непонятное творится. А, ну, примерно так и должно было быть. Нет, джиг тут кидать вообще нет смысла. Все, оторвали. Прошел уже весь перекатик, обкидал всем, чем можно. Никого. Неужели мертвый перекатик? Так, вот тут вот затишок. Попробуем тут. Может, в затишке стоят. Фиг его знает, на что их ловить. На резинку не половишь. Сразу обрыв. Тейлик кидаю. Что тут? Шнурсон веселый никакой не стоит. Шнурки-то не наша цель. Наша цель — жерешок, голавлик. Мертво. Нету веселых шнурсонов. Тогда жерех. Примерно с километр прошел. Иду назад. Буду идти, смотреть. Может, кто где прыгнет, выдаст себя. Ну и так дойдем до того перекатика, где начинали. Может, туда жерешок все-таки подойдет. С утра не было, а потом будет. Кто знает. Погуляем. А, как клево, да? Вообще вещь. Красота. Вернулся на первое место. Стою уже минут 15, кидаю разные приманки. Толку нет. Видимо, еще рано. Надо еще недельку подождать. В том году я тут 15 или 16 мая первый раз поймал. А до этого тоже вот ездил, проверял. И нифига. А потом резко раз и началось. Ну, надо ждать, пока жерех плескаться начнет, или голавлик. А плескаться он начнет, когда из воды зеленая травка полезет. Пока нигде не видать. Еще на берегу он, три травины только выросло. Все, мужики, решил я прекратить это гиблое дело. 3 часа гуляния по речке, ну, особо ничего не принесли. Одного шнура грамм на 800 такого поймали, и все. И то хорошо, не с нулем. И вот так вот каждый год, начиная с конца апреля и где-нибудь до середины мая, я вот сюда на эту речку все езжу. Жду тот момент, когда тут что-то заклюет. Тут вот целый год как-то не очень бывает. А вот где-то в мае, когда в первых числах, когда с середины мая,
можно так попасть, что ну штук 10-15 хороших голавликов поймать. И жерешков не тощих тоже можно. В том году, кстати, я тут поймал не тощих жерешков. Вот здесь вот в конечную заставку оставлю. Можете посмотреть, кому интересно. Ну а так что? Подождем еще недельку и вернемся опять сюда. Ну а пока читайте описание под видео. Там все ссылочки, промокодики. Подписывайтесь на канал. Всем пока!